Австрийцы проигрывают 0-1. Шоп с мячом. Подача в штрафную. Польстер. Не подумал Фуэнтес. Можно было пропустить мяч. Еще одна передача. Маргас выбивает. Шоп. Ну вот пораньше бы такое какое-то активное действие у австрийцев появилось. Удар! И мяч летает в ворота. Ну чудо! Чудо! Девятый номер. Ивица Ластич. Ну молодец-то какой. Тоже, вы знаете, не сильно, а точно направлял мяч в угол. Не со всей силы. Видел, куда бил. Добавил судья время, и это добавленное время оказалось роковым. Кстати, и Польстер, если вы помните, забил в предыдущем матче в добавленное время. Да, чилийцы упустили, упустили. Точно в угол. Вот если еще раз, я думаю, мы еще раз увидим, как Ластич пробивал мяч из-под ноги защитника, и вы знаете, он подкручивал его, находясь один перед воротами, как-то коряво его подыгрывал. Затем Самарана забил свой гол.